Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Рэм, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт, и вы не поверите, что у меня произошло. Посмотрите, какое огромное дерево выросло в моей деревне. Мне интересно, как вообще такое могло произойти, но это не важно, потому что теперь у меня просто годовой запас древесины на куча-куча времени. Сейчас мы все это срубим и посмотрим, что нас там ждет. Черт, мой топор сломался, но ничего, так, я добрался до самой вершины, и у меня 0 дерева. Как такое могло произойти? Какая здесь высота? 256, это же максимальная. А как мне теперь спуститься? Может, мне кто-нибудь поможет? Я вижу там человека! Спасите меня! Я тут застрял! Что ты забыл в логове человека-муравья? Точнее, паука, точнее, мухи. Что? Какое еще логово? Это моя деревня! Что? Человек-могучая лапка! Так, такого же не может быть. Человек-могучая лапка, Неважно. Я сегодня его заменяю. Ладно, слушай, спаси меня, пожалуйста, отсюда. Сейчас я тебе помогу. Цепляюсь за небоскреб. Что там? Нет небоскребов? О, черт. Вот глупый человек, могучая лапка. Он взял и провалился вниз. Буду выбираться самостоятельно. Но сколько же это займет времени? Я Тор. Что? Тор? Как? Какого черта вообще здесь делают супергерои? Как остановиться? Слушай, я тут. Ай, больно, у меня 3 сердечка. Мне нужна твоя помощь. Мне нужно отсюда спуститься. Мой топор сломался, и знаешь, вообще, Человек-паук упал вниз. Не проблема, смотри, я все решу с помощью своего топора. Ой. Полсердечка! Я сам спущусь! Все нормально, не переживай. Сейчас дерево сгорит, и мы спустимся. Мы уже ждем очень много времени. Ты можешь просто взять и спустить мне ведро воды. Зачем ведро воды, если я могу сделать грозу? И вода будет везде, а еще молнии. Дерево горит, и если я дотронусь до огня, то умру. Мне это надоело, я буду спускаться сам потихонечку. Вот так вот, без всяких супергеройских помощей. Два сердца осталось, ё-моё, кто бы мне мог помочь? У меня есть способ помочь тебе, держи, освежающий напиток. Что? Какой-то супер... ладно, неважно, просто поплыву вниз на нём. Ой, черт, я справился! Надо каким-то образом спилить это дерево, а пока пойду лучше посплю. Житель, уйди отсюда. Что? Житель? Да я его убью! Эй, за что? Это моя деревня, что ты делаешь? Ай, больно, молнии! Жители скрывают все тайный облик, вот он оказался ведьмой! Это все из-за того, что ты просто взял и ударил его молнией. Но с тобой это так не работает, поэтому тебя я не убиваю. И что тебе от меня надо? И вообще, я знаю, что ты градус. Мало ли, что ты знаешь, знаешь ли, что ты мало. Я пошел. Просто ладно, фух. Кажется, он от меня отстал. Проснулись, теперь можно и собрать первый урожай. Вот так вот, опа. Не переживай, мой друг! Я спасу... А где ты? А, вот. Я спасу тебя от этой злобной пшеницы! Что? На, получай! Капитан Америка спасет всех от этого! Градус, хватит! Отстань от меня! Ты мне мешаешь выживать. Ай, больно! Я могу кинуть этот щит в никуда. И не могу его кинуть. Он ко мне присобачен магнитом. Но я могу спасти тебя от грядок. Подожди, ты пытаешься мне каким-то образом помочь или что? Да, я спасаю обычных смертных от грядок. А Человек-паук помогает всех вязать паутину. Тор просто воду любит разрывать и жителей в бабку превращать. Да, кажется, с этой деревней мне уже не повезло. Слушай, а если ты мне помогаешь, можешь, пожалуйста, помочь мне достать каких-нибудь ресурсов, еды, там, не знаю, хотя бы какое-нибудь оружие? Желательно назаритовое. Как насчет такого лука? Неплохо. А где стрелы? Я одолжил его у своего друга. Зоркий глаз. Ну-ка посмотрим, что он умеет. Бам! О, много вейпа. Бам! Я исчезаю. А! Какая едкая штука. Ты неправильно пользуешься. Отстань от меня. Ай-яй-яй-яй, полсердечка. Пожалуйста, принеси мне еды. Видишь, какая сочная овечка. Ах, еда. Есть у меня еда, которую едят настоящие американские герои. Ну давай, какая же. Что? Нет, я такой есть питательный, не буду. Питательный, вкусный, жареный, сочный. Оставлю себе. А тебе дам морковку. Морковка полезна для зрения. Если много съешь морковки, сможешь смотреть сквозь стены и одежду. Что? Что? Помоги мне найти новую деревню, пригодную для жизни, чтобы там не было никаких супергероев. Ладно, мне нужно бежать. Долг зовет. Спасать родину. Что? Значит, вот так вот, да? Ладно, придется все делать самому. Ну, надеюсь, он больше ко мне не вернется. Знаете, у Градуса бывают такие приступы шизофрении, когда он просто-напросто думает, что становиться разными супергероями — это очень весело.
весело. Так, и вообще... О, черт, куда я провалился? Надеюсь, тут нет никаких зомби. Вот сейчас помощь супергероя бы мне вообще не помешала. Кажется, я слышу зомби, вот они! Получайте, глупые зомби! Так и там сзади еще... Халк крушить! Что? Халк не любить зомби! Какого черта так? Ладно, пока он мне помогает, мне нужно отсюда выбраться. Спасибо тебе огромное, Халк! Держи! О, это мое! Слушай, не поможешь мне найти новый... Халк не любить эндерменов! Помогите! Отстань от меня! Но Райм не эндермен, Райм друг! Но Халк не любит эндерменов! Отстань от меня, черт! Отвали! Получайте свинки! На них не действует этот яд. Ладно, сейчас добуду себе еды. Вот так вот и опа. Надеюсь, за мной Халк тут не бежит. Вроде нет. А, стоп, что это еще кто такой? Дружище, я помогу тебе. Змали. Что? Змали. Господи, Суперменеха? Да, Супермен и сейчас в моде. У меня классная прическа. О, овечка. Овечка хочет укусить тебя. Получай, плохая овечка. Что здесь происходит? На меня напал Халк, представляешь? И теперь мне нужна твоя помощь. Какой ты бедненький, я тебя поглажу. Крипер! Крипер, он взрывается. Ты такой классный и стреляешь так неметко. Да, ты точно Супермен? О, да, я Супермен, Змалит. Ладно, слушай, кажется, вон там опасность. Где опасность? Все, помочь бедненьким людям. Бежим. Господи, что происходит на этом сервере? О, кажется, я нашел деревню. О, боже, нет. Летающий кит, это очень плохо. Ну-ка, что там происходит? Это же Читаури. Эй, малый, ты не видел мой лук? Кто-то спер мой лук. Я не могу спасать мир без лука. Я зоркий орел. Мне нужно, чтобы их победить. У меня полно стрел, но я не буду с ними драться впритык. Мне нужен лук. Тор говорил мне, что он где-то бросил мой лук, но не сказал где. Возможно, ты видел. Да, ты видел лук. Хочешь Батон лук? Он вон там. Вот это похоже на ваш лук. Снаряжение, в бой! Ай, больно! Хватит! Что вперед, с вами сегодня происходит? Глупый Читаури! Нет, только я так долго искал эту деревню! Лови, глупый китеныш! Помоги! Получай. На меня напал паук! Что? Паук? Ай, на! Хватит стрелять взрывающимися стрелами! Он рожает Читаури! Убить! Мне нужна твоя помощь! Держи лук! И стрелы, и еще что-то. Слишком много, я не справлюсь! В этой деревне есть лаборатория! Там есть суперпаук, которого, если ты укусишь, он станет человеком могучей лапкой. Я сюда добрался. Так, мне нужно достать этого паука. Вот и он. Ну-ка, иди сюда, получай. Ай, черт, укусил. Кажется, что-то происходит. Ну-ка, нужно попасть по нему из лука. Вот так вот, получай. Почему ты не умираешь? Но, кажется, мои суперсилы дают о себе знать. О, отлично, здесь как раз лежит костюм. Посмотри на мою силу, я научился летать. Что, летать? Как это? Не знаю. Ай-яй-яй, их слишком много. Я своим луком выбью из них всю дурь. Их осталось не так много на самом-то деле, как было 5 минут назад. Получай, шоковая паутина. Давай, мальчик. Справишься с ними, или я тебя съем. Эй, а ты где? Помогай мне! Что? Я и так помогаю тебе, смотри. Хопа, один, второй. А это что тебе так пом... Нет. Мне такое не нравится. Сзади! Я вижу, тут зомби. Не попадайся под мои стрелы, иначе проткну. Получай. Ладно. Получай! Граната! Одного крипера я запутал в паутину. Вот там еще... Молодец, путай их в паутину, а я буду в них стрелять. Мы уже почти спасли деревню от Читаури. Кажется, мы с ними справились, и у меня теперь есть пушка Читаури. Теперь ты можешь вступить в нашу команду супергероев. Какая еще команда супергероев? Я хочу просто спокойной жизни. Забирай свой костюм и свою эту суперсилу. Держи этот лук и этот самый Читаури. Ты видел, как оно сейчас полетело? Я пошел отсюда. Получай, глупый крипер. О, теперь я могу их убивать с двух ударов. Веб-шутеры я себе, пожалуй, оставлю. Это очень неплохая штуковина. А это еще что такое? Метеорит? О, там, кажется, кто-то есть. Надеюсь, мне просто показалось. Но на всякий случай, веб-шутер держу наготове. Кажется, я человек Черная Пантера! Что? Получай! Ты что делаешь? Почему у тебя лазеры из глаз? Это моя особенность передалась от папы. Ладно, кажется, у твоего отца не было такой способности. Но что тебе от меня надо? Что вам всем от меня надо? Помоги мне добыть вибраниум, и тогда я помогу тебе. Кажется, мне нужно найти деревню, где мне будет супер спокойно. И никаких супергероев. Сможешь мне помочь с этим? Думаю, мы можем договориться. Возле края мира. Хорошо, я согласен. Полетели! Я не умею летать.
И пантера тоже не умеет. Ну ладно. Хотя, подожди, кажется, я могу. Полетели! Угу! Помоги мне, я немного застрял. Из меня никудышный человек, могучая лапка иногда. Сейчас справим. Все, спасибо! Ладно, ну и где твоя деревня? Следуй за мной. Сейчас, то мне точно получится. Ай, больно, поел земли, как говорит утенок Джек. Вот она, деревня, в которой нет ни одного супергероя. И в нее никто не может вступить, кроме человека, могучего электрошокера. Отлично! Тогда я пошел! У-ху! Но сюда не ходит ни один супергерой, потому что эта деревня проклята, и... Удачи тебе! Я в это не верю. Пойду просто в шахту, посмотрю, может быть, тут есть что-нибудь интересное. Кроме скелетов, естественно. Так, а! Что это было? А! А! Нет! Нет! А! Отстань!